Не ошиблась я, значит. То есть я могу уже не предполагать, а утверждать, что вы, так же, как и мы, являетесь поклонниками такого стиля музыки, да? Вот скажите мне, вы ходите в караоке? Поете, небось, что хотите? Вот что нравится, то и поете, да? Что-то стало себя вдруг слегка жалко. Ну, во-первых, вы знаете, когда я вот объявила этот прощальный гастрольный тур, была еще одна такая у меня вот причина, почему я это сделала. Я всю свою жизнь выходила на ее величество сцену. Я видела города мельком. Я посвятила себя целиком и полностью этой жизни. Я не жалею ни на секунду, но мне захотелось походить в караоке. Мне захотелось узнать, что за жизнь все-таки вот там, за стенами этих залов, в которых вы собираетесь, и я рву перед вами свое сердце и душу. Я очень хочу поездить на велосипеде, съездить на рыбалку. Я хочу пожить нормальной человеческой жизнью. Поэтому я задала, поэтому порадуйтесь за меня, кстати. Поэтому я задала этот вопрос с караоке. Я вот взяла и подумала, почему это я не имею права спеть просто то, что мне нравится? Имею право? А вот тем более в честь такой нашей встречи особенной, потому что для меня встреча с вами всегда праздник. А сегодня у нас особый праздник. Вот в честь такого праздника имею право я себе позволить рюмочку. Никем.